Табуретки, шкафы и кухни, сделанные руками заключенных. Федеральная служба исполнения наказаний предложила вариант, как заместить ушедших с российского рынка производителей мебели. По мнению начальника отдела трудовой адаптации осужденных из Свердловской области Ивана Шаркова, качество наших изделий лучше, а цена на них ниже. Тем более такая практика уже существует. Мы решили спросить у кировчан, как они относятся к таким изделиям, и провели опрос в соцсетях. Выяснилось, что большинство опрошенных, неважно, кто сделал мебель, таких 31%. 19% респондентов уверены, что такая мебель может быть красивой и качественной. Еще 19% не купили бы такую мебель, так как, по их мнению, у нее плохая аура. А как к идее отнеслись прохожие на улице, узнаем из рубрики «Мобильный корреспондент». Какая разница? Да. Разница. Если качественная, почему бы и нет? Ну, то есть для вас это как бы нет? Не принципиально. Не принципиально. Пусть такой же сакей и такой же пусть заключен сделает. И кого-нибудь возьмите, пусть попробует. Скажет. Оценим, да. Оценит. Говорят, что вот у них там энергетика плохая, это будет отражаться на мебели. Да нет, мне кажется, какой-то бред про энергетику. Я не верю в это. Вы бы согласились? Да, я бы согласилась. Наши будут делать, хоть заключенные, не заключенные, они же наши. И будут делать для нас, значит, для себя. И все. Значит, качественно? Конечно, и качественно, и сырье уходить не будет куда-то за рубеж. А вас не смущает, что это именно люди, которые сидят в тюрьме? А в тюрьме что, не люди, не наши люди? Да такие же люди, как и мы с вами. Они все равно, кто сделал, лишь бы хорошее было. Самое главное – качество. Ну, естественно. И красота. Но вас не смущает ничего? А меня больше ничего не смущает. Я свою жизнь прожил, уже все насмущал. Всем предложили импортозаместить мебель из Икеи мебелью, сделанной заключенными. Как вам такая идея? Заключенными? Ну, да. Не знаю, это вряд ли. Почему? Для них характерен другой труд, а не для мебель. А какой? Допустим, шитье, выкройка, вот что-нибудь такое. Неплохо. Пусть парни работают, пусть фантазируют. Я думаю, что у них получается и в данный момент неплохо. Это же работа. Ну да. А парням чем там заниматься еще? Работать, исправляться и нас радовать своей мебелью. Больше гарантия, то, что на фабрике сделано лучше, чем заключенным. Ну, в принципе, положительно. В том отношении, что она более натуральная будет. У нас очень много леса, поэтому я думаю, что это будет неплохо. И, во-первых, люди, которые находятся в заключении, они будут все же заинтересованы в том, чтобы работать. Потому что тяжело сидеть без работы. Я думаю, что это только позитивно.